реактора. Неисправность реактора. Неисправность реактора. Mm-hmm.
Надежда всегда умирает последней. Так говорил когда-то в детстве мне Лис. И он был прав. Документы, которые я обнаружил в туннелях, давали мне шанс одним ударом не только отключить от источника питания лабораторию X, но и, возможно, остановить наступление темных. Хоть удар и не мог пока полностью контролировать их, но с помощью дуги вблизи Лиманска они поддерживали в них разум и желание убивать.
Наконец-то я смог добраться до заброшенной военной базы. Если мне повезет, я смогу остановить наступление удара на Метрополис и тем самым дать остаткам человечества шанс на выживание. Похоже, я уже где-то рядом с генераторами. Нужно как можно скорее покончить с этим и возвращаться к Метрополису.
Очень странное поведение монстров было возле генераторов. Они как будто замерли и не реагировали на меня. Я думаю, что силовое поле реакторов погружало их в подобие транса. Даже темные оцепенели и не пытались навредить мне. Полагаю, это будет очень полезной информацией для свободы. Но сначала нужно успеть выбраться до взрыва.